Привет, друзья, с вами Роман, и вы на канале Кефир. Сегодня я хочу вам показать рецепт вяленой курицы, чипсов из вяленой курицы. По доброй традиции глоточек кефира. И немножко мы сегодня поступим по-другому. Я не буду перечислять ингредиенты, а увидите их вот здесь. Так, приступим к нарезанию курицы. Курицу нам нужно порезать полосками. Примерно сантиметр на сантиметр. Так, курицу мы с вами порезали. Курица у нас здесь была 900 грамм. Сейчас мы ее всю сложим в мисочку. Почему я вообще пришел к этому рецепту? Как-то озадачился вкусными пивными закусками. В магазине она стоит космос, просто где-то 1500 за килограмм. Добавляют всякую гадость. А так сделал сам, знаешь, что положу. Итак, давайте будем добавлять специи. Специи вы уже видели, я показывал, какие нужны специи для маринада. Добавляем соевого соуса, примерно 2 чайных ложки. Вообще это все по вкусу, здесь можно варьировать. Смесь сушеных трав. В моей смеси мало чеснока, поэтому я всегда добавляю больше. Так, я добавляю столовую ложку соли, столовую ложку сахара и примерно 2 столовых ложки подсолнечного масла. Так, теперь кто любит остренькое, кто любит копченое. Я вот острое люблю. Я добавляю свой любимый соус шрирача. Я добавляю побольше. Под пиво зайдет классно. И копченая паприка. Где-то пол столовой ложечки паприки. Так, я перемешиваю все руками. Вы, конечно, можете взять неудобство перчатки. Так, друзья, мы с вами все перемешали. Сейчас нам нужно убрать на сутки в холодильник. Ну а завтра мы посмотрим, будем сушить в дегидраторе. Всех, кто досмотрит до конца это видео, придет сюрприз. Не переключайтесь. Ну что, друзья, у вас прошла секундочка, у меня прошли целые сутки. Мое мясо замариновалось. Посмотрите, какое красивое оно получилось. Все специи отдали свои вкусы. Ну что, приступим к вяленому мясу. Я буду использовать дегидратор. Почему? Да, просто потому, что он у меня есть. Есть еще вариант использования духового шкафа для вяления. Кстати, такое видео есть на канале Грилькова. Если что, я ссылочку оставлю в описании. Ну что, приступим к раскладыванию мяса на листы. У меня получилось 3 листа мяса, я их уже расположил в дегидраторе, и сейчас будет маленький лайфхак. Дегидратор у меня большой, на 10 листов, занял пока только 3, чтобы впустую его не гонять, сейчас быстренько доделаем еще одну вкусную закуску. Тоже обалденная быстрая закуска, самое главное, не надо мариновать. Тоненько нарезаем цукини. Так, итак, друзья, цукини у нас и мясо уже в дегидраторе. Мы его наполовину заполнили, уже не так жалко. Ну что, вставляем программу. Так, я обычно ставлю для мяса 60 градусов и по времени 6 часов. Цукини, они будут готовиться меньше, поэтому по готовности. Ну, меньше 4 часов они не высушатся. Все, погнали. Итак, друзья, наше мясо приготовилось. Посмотрите, какое количество вкусного, ароматного мяса.
Пахнет великолепно. Нет, у нас получилось из 900 грамм курицы 452 грамма вкуснейшей пивной закуски. Повторяйте, делайте, это очень вкусно. Посмотрите, какие у нас получились кабачки. Хрустящие, просто не забываем. Делайте дома, угощайте друзей, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну а с вами был Роман и канал Кефир.